В завершении своей поездки в Кустанай кандидат от общественного объединения «Казагыналар дәстүрге жол» Салтанат Турсунбекова встретилась с правозащитниками. Претендент на высший пост в стране Салтанат Турсунбекова завершает свою поездку в Кустанай. Правозащитница встретилась с адвокатами, юристами и нотариусами. На встрече озвучили актуальные проблемы их профессиональной деятельности. Участники также поделились мнениями о ситуации с правами человека. К слову, это один из пунктов предвыборной программы Турсунбековой. Она представила коллегам свою платформу и ответила на все вопросы. Правозащитники поднимали такие проблемы, как работа частных судебных исполнителей, проблемные вопросы, которые в нотариате, что на сегодняшний день нотариусы, выполняя определенные государственные услуги, к большому сожалению, за какие-то свои технические услуги законодательством не предусмотрена оплата за их труд. Кандидат от объединения «Казагыналар дәстүрге жол» в своей предвыборной программе делает акцент на создание эффективных институтов гражданского общества и усиление общественного контроля.